А стельки я полюбила больше всего. На самом деле, когда я получила стельки, почему-то притяжение какое-то, я не знаю, внутренний голос. Я сразу первым делом из коробки взяла стельки и начала их к себе примерять. Потому что посмотрела, они какие-то маленькие, вроде 40-й размер заказала, да, нога у меня такая большая. Вот. Оказывается, они, видите, как сделаны? Они сделаны именно на изгиб ноги, именно вот плоскостопие выравнивает, поэтому осанка выравнивается. Я походила вечером 1 час, вот, я ощутила немножко дискомфорт на правой ноге в районе изгиба. Вот, я перестала ходить, и на ночь я их одела. В общем, оделась носками и легла спать. И я в восторге была просто, что я за ночь ни разу не проснулась, хотя я всегда просыпаюсь, у меня затекает нога, вот, дает знать о себе. Когда-то был перелом, и, в общем, у меня есть всегда ощущение, если я долго на одном боку лежу, она у меня начинает давать о себе знать. И я удивилась, что я утром ни разу, я за ночь ни разу не проснулась. Я утром проснулась и вспоминаю, я просыпалась сегодня ночью или нет. Я просто даже заспала и всю ночь чувствовала себя комфортно. Вот такой шикарный результат. Но я еще хочу сказать, что вчера мы проводили презентацию, и когда я рассказала этот результат, женщина невольно, вот никто ей даже не, у нее болела рука. У одной болела шея, одна приложила к руке, другая приложила к шее. И посидели буквально 15-20 минут и получили облегчение. Ну, это что-то волшебное. Это просто что-то волшебное.